Помидоры и огурцы в теплице. Можно ли их выращивать вместе? Огурцы и помидоры не уживаются в одной теплице. Как бы вы ни старались, дружбы не получится и урожая не будет. В чем же причина их нелюбви друг к другу? Помидоры легче переносят жару и недостаток влаги в почву. При повышенной влажности воздуха томаты страдают от грибковых и бактериальных болезней. Цветы не опыляются, урожай падает, вкус плодов ухудшается. Поэтому в теплую погоду теплицу с помидорами надо проветривать, оставляя открытой небольшую форточку, даже на ночь. Огурцам же нужна парилка. Они страдают намного сильнее от недостатка воздушной и почвенной влаги. Их листья испаряют больше влаги, чем томаты, и если влажность невелика, то корни просто не справляются с поставкой воды из земли, а потому листья вянут. Огурцам нужна почти 100% влажность. Именно эта влажность вредна для томатов. Но как только мы открываем теплицу, страдать будут огурцы. Резкие колебания температуры днем и особенно ночью губительны для них. Отмирают корневые волоски, и растения начинают останавливаться в росте. К тому же огурцы панически боятся сквозняков. Поэтому каждый овощ должен иметь свое отдельное жилище. Огурцам нужна теплая и душная теплица, а томатам жаркая, но хорошо проветриваемая. И еще один совет. Не стоит в теплице одновременно выращивать партенокарпические плоды, образуются без опыления, и непартенокарпические сорта огурцов. В противном случае первые потеряют форму и вкус, будут намного хуже расти и плодоносить. Чтобы повысить количество женских цветов, занесите в теплицу тлеющую головешку, закройте дверь и дайте немного подымить. Углекислый газ способствует появлению женских цветов на растении. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.